Добрый день, я рада всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Значит, моя работа вам интересна. Сейчас я хочу сделать расклад на неделю с 24 по 30 апреля для всех знаков зодиака. Вот уже и апрель подошел к своему завершению. Как быстро время бежит. Расклад хочу сделать немножечко с новой ноткой. Вот. Думаю, вам понравится. Если понравится, буду делать так же и на последующем. Если нет, то вернемся к прежним раскладам. Итак, мои дорогие Овны, что вам принесет эта неделя с 24 апреля по 30 апреля? Так, мои дорогие Овны, я вас приветствую. Сейчас посмотрим, что вам принесет эта неделька. Итак, начало недели Овна. Вот что. Прекрасно. Середина недели. Класс. Конец недели. Так, в начале недели у вас идут финансы в семью, за семью, от кого-то семейных людей, да, поддержка семейная, также сама покупка в семью, что-то можете приобрести такое вот ценное, весомое. Вот. Это прекрасно, это хорошо. Середина недели вы получаете хорошие новости за детей, от детей, как-то с детьми это все дело крутится. И еще новость может быть очень хорошая, начинание чего-то нового, связанное с какой-то прибылью. Прибыль неплохая. В конце недели вы находитесь в партнерстве с каким-то человеком, вот вам середина недели новость, да, классную получаете. И в конце недели вы уже как в союзе, в партнерстве, в паре с этим человеком, вот вы как взаимодействуете, да, вы уже начинаете что-то делать. Прекрасно. Итак, мои дорогие, Овны, работа. Что у вас по работе? Фонтан эмоций. Фонтан эмоций, радость, успех вам, как рука Господа Бога протягивает, на, бери. Воспользуйся той новостью, вот вам в середине недели новость классная, не пропустите ее, мои дорогие Овны, новость очень хорошая. И тут по работе вышло, как сам Господь Бог вам дает, на, бери, воспользуйся. И еще ж немаловажно, мои дорогие Овны, это ж у вас идет солнечное затмение, да, 20 апреля в вашем знаке зодиака. Оно выведет вас на новый уровень. У вас все будет меняться, у вас не будет так, как раньше. Чем хороши эти солнечные затмения? Тем, что они выводят нас на новый этап. О, ну это хорошо. Так что по работе, мои дорогие Овны, у вас все классно. Не постарайтесь, не упустите этот шанс, который вам будет дан самим Господом Богом. Вот. Итак, деньги для моих дорогих Овнов. Ну, радоваться будете. Радоваться, вы радуетесь, еще деньги могут идти на какое-то праздничное событие, вот кому-то сходить на день рождения, поздравить кого-то, ну, классно, Овны мои дорогие, мне здесь у вас вообще расклад только начался, да, но он мне уже нравится, потому что настолько много эмоциональных, позитивных карт у вас ложится на эту неделю с 24 по 30 апреля, ну, просто прекрасно, вот, тут вот радость, такая радость у вас, прям как у детворы. Вот. Так, здоровье, мои дорогих Овны, здоровье в ваших руках, вот, вы занимаетесь своим здоровьем, вы решаете, вы управляете, вы взвешиваете, да, но опять-таки на здоровье обращайте внимание, вот. Ну, пожалуйста, личная жизнь, мои дорогие Овны, ну, вот, смотрите, вы как по личной жизни, вы посмотрите по-новому как-то на свою личную жизнь. Когда старые оставили так, то есть я так жить не хочу, я так жить не буду, я хочу жить вот так, вот так, вот так. По-новому, в новое, полностью пересмотрите все. Но это не мудрено, я еще раз повторяю, у вас идут солнечные затмения, да? Вот поэтому оно вас будет вводить на новый уровень. Социум, мои дорогие Овны. Социум, ну вот смотрите, как... Особого не захочете общаться на этой неделе с социумом. Социум вас как-то будет особо не огорчать, не радовать. Вы будете сомневаться, общаться вам с этими людьми, не общаться, дружить, не дружить. Но социум, я вам хочу сказать, мои дорогие Овны, держите язык за зубами. Все, что сказать, что не сказать, ну и так далее и тому подобное. Совет моим дорогим Овнам на эту неделю. Снимите розовые очки, вот вам и социум вышел, да? Посмотрите здраво, сделайте правильный выбор. Из многих вариантов сделайте правильно. Почему? Потому что много будет иллюзорного, да? В основном это как социум, да, вот вы сомневаетесь, с кем быть, с кем не быть, с кем не дружить. Вот вы сделаете правильный выбор, как я говорю, сделайте чистку рядов, да? И все у вас тогда получится.
Так, чего не стоит делать моим дорогим окам на этой неделе? А есть, вот не у всех, но у многих, это куда-то ехать на какое-то далекое расстояние, далеко от своего дома, далеко, это не автобусная остановка, это далеко. Вот на этой неделе, если у вас есть такая возможность, отсрочьте эту командировку, отсрочьте эту поездку, да, ну вот, связанную с далью, да, далеко, выехать не надо. И еще один такой момент, не одевайте корону на голову, да, почему? Потому что я смотрю, у вас тут по работе хорошие аспекты, по финансам вы вот классно будете радоваться, да, и еще, вот по финансам вы можете себе приобрести какую-то хорошую вещь, и она вас будет радовать, вещь для вас лично, вот. И смотрю, чем порадует моих дорогих окна в этой неделе, 24 апреля по 30-е. Радует, обрадует. Ну, мои дорогие овны, выйдите из тяжелой финансовой ситуации. У вас будет поддержка от человека, мужчины, женщины, там, парня, девушки, кого угодно, да? Вас поддержит финансово. И опять-таки еще раз повторяю, вы выйдете из позиции кризиса, из позиции застоя. А как я говорю, еще у меня такая коронная фраза, это затянутый пояс по финансам. Вы на этой неделе, с этой недели начнете уже преображаться, выходить. Почему? Потому что тут хорошо. И в середине недели прекрасная какая-то новость. Воспользуйтесь этой новостью, она прибыльная. Да, и одна карта из колоды Ленорман по моей традиции, как я уже всем вам все говорю, для моих дорогих формов. Так, прекрасно, у вас будет какое-то преображение в хорошую сторону. Также само может быть и идти взаимодействие, сотрудничество с человеком, как я говорю, благородный король. Вот он в конце недели. Заключение каких-то контрактов, договоров, партнерства, союз с человеком. Вот он вам и вышел. Вы как на этой неделе уже преобразитесь из того состояния, в котором вы были. Вы как пойдете, на рост пойдете, понимаете? На рост. И по карьере, ну тут работа, финансы, все хорошо. По работе воспользуйтесь тем шансом, который вам будет дан Господом Богом. Не пропустите, у вас все будет в плюс, посмотрите. Ну, если пропустите, то уже ваше дело. Я всегда говорю, каждый решает сам за себя. Карты предсказывают, но не приказывают. Вот так. Итак, мои дорогие овны, я сделала для вас расклад на неделю с 24 по 30 апреля. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, с уважением ко всем вам, ваша Астарон. Мои дорогие тельцы, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 24 по 30 апреля. Сейчас посмотрим, что вам принесет эта неделька. Расклад сделаю немножечко по-другому. Если вам понравится, будем делать на дальнейшие такие расклад. Если нет, вернемся к старому. Итак, мои дорогие тельцы. Ух ты. Поездка какая-то вас ждет. Поездка. Сел, поехал, сел, переехала. Новостей будете кучу получать, задумываться о них будете. Так, итак, мои дорогие тельцы, что вам принесет следующая неделя с 24 по 30 апреля? Начало недели. Прекрасно. Середина недели, конец недели. В начале недели вам будет дан шанс у Господа Бога, связанный напрямую с работой. Вот у меня перевернулась карта, даже сел, поехал, сел, переехал. Новые возможности, новые перемены. Шанс от Господа Бога, связанный напрямую с работой. Новая работа, новая возможность заработать, что-то связано с работой. Но это очень хорошо. Мои дорогие тельцы, не пропустите, пожалуйста, тот шанс, который вам будет дан Господом Богом. Но это надо быть глупым человеком, чтобы это пропустить. Вот так. Середина недели у вас много работы. Вот. И, мои дорогие тельцы, те, кто воспользовался вот этим, да, у вас идет много заказов, много работы. Вы прям все-все-все набрали на себя, я все сделаю, вы это все дотащите. То есть работы много. Но еще, мои дорогие тельцы, вы, наверное, кому-то помогаете еще. Вот. Конец недели. Получаете много новостей. Новости нежданные, негаданные, но хорошие. Они вас обрадуют. Новости как снег на голову. Но они у вас уже на пороге стоят, как я говорю. Вот так. Теперь смотрим по сферам. Работа для моих дорогих тельцов. Работа. Вот, по работе хорошо. Вам идут. У вас спрашивают. Вы хороший специалист.
Вас ценят. Вот и поэтому в начале недели вам будет дан очень хороший шанс заработать, воспользоваться этим. И по работе вас ценят. Вы хороший специалист, к вам идут, у вас спрашивают еще каких-то консультаций. Вот, как делать, как нужно, как надо. То есть вас ценят. И еще по работе, мои дорогие тельцы, не все, но многие, подучитесь, пожалуйста, вот, пройдите повышение вот, как квалификации, да, посмотрите что-то в интернете по своей сфере, у каждого сфера своя, да, то есть какой-то навык вы должны приобрести. Так, по финансам, мои дорогие тельцы, по финансам у вас идет новый этап. Новый этап по-новому, вы уже будете зарабатывать денежки, да, вот как старое ушло, я иду по-новому. Так же самое финансы моих дорогих тельцов могут идти с далекого расстояния. Вы отсылаете на далекое расстояние и вам присылают. Так, здоровье моих дорогих тельцов, ух ты. Так, на здоровье обращаем внимание, здоровье моих дорогих тельцов, вот, оно вышло, перевернулось. А здоровье находится у вас в позиции застоя, ни туда, ни сюда. Вы вот жертвуете своим здоровьем. То есть у вас получается вот что-то болит, а вы все равно мер никаких не предпринимаете. Это пройдет, это как-то что-то. Да? Нет, оно не пройдет, надо что-то делать. И еще по здоровью не у всех, но у многих ноги. Обратите на это внимание. Вот и поэтому пробуждайтесь, не сидите на месте, обращайте на это внимание. Вот. О цене здоровья у человека нет ничего на свете. Личная жизнь, мои дорогие тельцов, смотрим. Так, личная жизнь, смотрите, ну как-то кто-то к личной жизни своей относится легкомысленно, легко. Еще такой вариант, по-новому как-то посмотрите на свои отношения, по-новому они как-то у вас заиграют. Познакомиться, девушки, женщины, парни, мужчины, кто не мог познакомиться, то есть какая-то новая возможность у вас будет познакомиться с каким-то новым другим человеком. Это те, кто не в паре, да, а те, кто в паре, ну, как-то, ну, мы в паре, ну, как-то легкомысленно, легко, налегке, особо не заморачиваемся. Вот. Социум, мои дорогие тельцов. В социуме у вас будет дан шанс познакомиться с очень хорошим человеком, влиятельным человеком. Постарайтесь заметить этого человека. Если вас куда зовут, социум, куда-то пойти, посидеть, отдохнуть, или просто с кем-то вас хотят познакомить, идите. Вот и поэтому в конце недели новости нежданные, негаданные, вы их не ждете, но они к вам придут, новости хорошие. Вот тебе и социум, да? Возможность познакомиться с очень хорошими, влиятельными людьми или с хорошим, влиятельным человеком. Обратите на это внимание. Так, чего не стоит делать моим дорогим тельцам на этой неделе? Какие-то моменты у вас будут, у вас они даже есть, у каждого будет есть свои, да, не пробуждайте то, что находится сейчас в спячке. Это могут быть и документы, какие-то семейные такие очень важные вопросы. Вот пускай на этой неделе оно как есть, так и есть. Не старайтесь его возродить, толку не будет. Это всего лишь неделя, она пройдет, а в следующей уже посмотрим. Чего не стоит делать? Так, чего не стоит делать моим дорогим тельцам на следующей неделе? Связано с финансами что-то. Финансы. Финансы, зарождение какой-то ситуации. Вот. Вот тебе и вышло, что не нужно. Вот в совете вам, да, не пробуждайте то, что в мертвой точке, да, вот. Пускай оно будет в этой неделе на паузе. И чего не стоит делать, связано с финансами. Финансы, документы, бумаги. Ну вот пускай на этой неделе оно побудет так, как побудет. Все, не тормошите его. Вот. Вот так вот. И чем порадует моих дорогих тельцов эта неделя? Радость какая-то будет. У кого есть дети, вы порадуетесь очень сильно за детей. Вот. Радость очень большая, как вышли из каких-то ограничений, что-то преодолели. Но радоваться будете очень сильно. У кого нет детей, какая-то радость будет такая. Счастье, радость, успех, благополучие. Так же самое это в финансовом аспекте может быть. Вот, вот так вот. Ну вот это мне прям вот это сейчас сюда. Глаз горит мой, да. Не пробуждайте то, что находится на паузе. Пускай оно побудет. Вот. И напрямую связано с финансами. Это всего лишь неделя. На эту недельку это дело все оставьте.
Итак, одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих тельцов. Так, одна карта из колоды Ленорман. Ну вот, видите, как у вас стабильно на этой неделе есть. Вот она вышла здесь, да? Так, пускай стабильно все будет. И еще вы встретите человека, связанного по работе, за работу, вокруг работы вашей крутится работа, у каждого разная. Человека стабильного, практичного, надежного. Ну, это хорошо. Вот и поэтому вам в социуме, если куда вас позовут, вы познакомитесь с влиятельным человеком. Очень влиятельным, то есть он выше статуса, чем вы. Ну, такой вот хороший, порядочный человек, на которого следует обратить внимание. Вот так, мои дорогие тельцы, я сделала для вас расклад на неделю с 24 по 30 апреля. Я желаю всем мира, добра, удачи. Обратите на вот это все внимание, не пропускайте это все дело. Я всегда говорю, предупрежден, значит, вооружен. С уважением ко всем к вам, ваша Аза Таро. Близнецы, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 24 по 30 апреля. Сейчас посмотрим, что вам принесет эта неделька. Так, расклад делаю немножечко по-новому. Посмотрите, понравится вам или нет. Если нет, вернемся к самому. Итак, мои дорогие близнецы, будете прикладывать максимум усилий, показывать свою силу, мастерство. Ух ты, повылетало все. Прояснять ситуацию будете, то есть по моей традиции вы уже знаете, все, если вылетает, я оставляю. Будете прояснять ситуацию, вносить ясность напрямую связанную с документами. Документы, ценные бумаги, крупные бумаги, весомые бумаги. Вот, и что-то еще от себя отсекать. То, что не нужно вам. Итак, мои дорогие близнецы, смотрим, что вам принесет эта неделька с 24 по 30 апреля. Начало недели. Середина недели, конец недели. Так, в начале недели вы будете сомневаться. Вот у меня вылетела эта карта, то есть что вы будете сомневаться, прояснять, не прояснять. Связаны бумаги, документы, то есть как бы на контроль ставить, выяснять, выявлять. Вы будете сомневаться, делать это или нет. Переживаете, сомневаетесь, какие-то страхи вас одолевают. В начале недели, в середине недели вам дается шанс. От Господа Бога очень хороший, связан напрямую с работой. Новая возможность хорошо заработать, по-новому заработать, с новыми партнерами заработать. В конце недели вас ждет радость. Радость, очень большая радость, мои дорогие близнецы, связанная с семьей. Так же самое, это может быть какое-то праздничное событие в семье у вас. Может, у кого-то день рождения, там, свадьбы, юбилеи, крестины, все что угодно, да? То есть это в конце недели. Итак, мои дорогие близнецы, у вас неплохо все идет. Воспользуйтесь этим шансом, который дан вам будет в середине недели от Господа Бога. Еще один такой момент. События местами могут меняться, но они будут. Так, смотрим. Работа, мои дорогие близнецы. Переживаете. Очень сильно переживаете. Вас одолевают надуманные страхи, особенно вечером. Не нужно так сильно переживать. Тем самым вы переживаете, разбиваете свое здоровье, особенно эмоциональный фон. Вот. Это еще раз повторяю, надуманные страхи, за это переживать не надо. Так, финансы для моих дорогих близнецов. Ну вот, по финансам хорошо, как рука Господа Бога вам протягивает. На, воспользуйся, посмотри, новость хорошая тебе по финансам идет. Вы радоваться очень будете, это как внедрение нового. Мои дорогие близнецы, у вас выпало 3 туза. На эту неделю. Это очень хорошо. Если еще выпадет 4-й, но это джокер. То есть вы победители этой недели. Так что, мои дорогие близнецы, по финансам классно. Радость. Новость получаете приятную. Как дом, полная чаша у вас, фонтан эмоций по финансам. Прекрасно. Вот, мне это очень нравится. Но тут связано, наверное, будет с работой. Вот новый шанс, новая возможность заработать. Заработать хорошо. Вот так. Здоровье, мои дорогие близнецы. Хорошее. По здоровью неплохо, хорошо, но обращаем внимание, да, о здоровье не забываем. В принципе, таких вот, я не могу даже сюда ничего указать, даже не на что указать, как бы хорошо. Итак, личная жизнь, мои дорогие близнецы. Ну вот, в личной жизни, смотрите, вам нужна поддержка. Вот вам нужно, чтобы ваша вторая половинка вас поддерживала.
Вот. Вы должны вот друг друга поддерживать. Мужчина-женщину, женщина-мужчину. Вот так вот. Социум для моих дорогих близнецов. В социуме вы не захотите общаться, вам хорошо и так. Вот. Как бы особо вы не горите желанием ходить куда-то, посещать какие-то места, знакомиться с кем-то. Ну, это на этой неделе, по крайней мере, да. Вот совет моим дорогим близнецам на эту неделю. Не унывайте. У вас есть такая фишка, что вы опускаете руки, вы грустите. Не унывайте. Не нужно опускать руки, ресурс будет. Господь Бог вам дает этот шанс. Но шансы у вас просто на этой неделе даны потрясающие. Постарайтесь их не упустить. Вот. Бог дает. На, бери, воспользуйся, заметь. Не прогавь это все. Вот. Чего не стоит делать моим дорогим близнецам. Обманывать, мои дорогие близнецы, не обманывайте никого на этой неделе, не берите то, что вам не принадлежит. Как я говорю, не занимайтесь крадником, да, почему? Потому что от высших сил, от Господа Бога получите по шее, и сильно, вот. Итак, мои дорогие близнецы, чем вас порадует эта неделька, 24 по 30 апреля, чем она вас порадует, обрадует? Мужчиной, мужчина. Вот какой-то мужчина, и так же самое это может парни, мужчины, которые меня смотрят, да, вы, вот как сами вы, вот на этой неделе я смог, я сделал, я достиг, связано напрямую с финансами. Ну, здесь очень хорошо, мне здесь очень нравится. Почему? Потому что в середине недели у вас прекрасный аспект, шанс начать что-то новое по работе, возможность по финансам, эйфория, да, радость, успех. Вы радуетесь, дом полная чаша, как Господь Бог вам эту новость принес. Постарайтесь ее заметить, и она эмоционально радостная. Но у вас, в принципе, неделя хорошая. Но вот единственное, что вам не стоит делать, да, обманывать. Не берите чужое, оно не ваше. То, что вам не принадлежит. Получите от высших сил капитально, если это сделаете. Итак, и одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих близнецов, что эта неделька вам принесет за 4 по 30 апреля. Так, одна карта из колоды Ленорман. Мужчина, вот видите, чем вас порадует? Мужчиной, да? И другая совершенно колода, да, вот, и чем вас радует? Мужчиной. То есть этот мужчина для вас будет, очень весомый на этой неделе, постарайтесь его заметить. Вот вам и шанс будет дан по работе, значит, возможность очень хорошая. Там огромную роль играет мужчина, постарайтесь его не пропустить, и радует вас мужчина. Так же самое и вы сами, да, мужчины, парни, которые меня смотрят. Ну, это, мои дорогие близнецы, расклад у вас классный, мне нравится. Вот, только в начале недели не сомневайтесь, там не надумывайте, и по работе не надо так переживать. Я сделала для вас расклад. Мои дорогие близнецы, на недельку я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, уважения к всем вам, ваша Асатару. До свидания. Раки, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на недельку с 24 по 30 апреля. Я сейчас делаю расклад, но немножечко в новом ракурсе. Если понравится, будем дальше делать. Если нет, то вернемся к старому. Итак, мои дорогие раки, смотрим, что вам эта неделька принесет. Так, мои дорогие раки, что принесет рак? Неделя с 24 по 30 апреля, начало недели. Середина недели, конец недели. В начале недели, мои дорогие раки, вам идет мужчина. Мужчина статный, мужчина благородный, практичный, надежный, стабильный, умеющий денежку заработать, приумножить. То есть не пропустите этого мужчину. Шанс будет очень дан вам хороший от Господа Бога к чему-то ценному, материальному и финансовому. Середина недели. Вы находитесь вот в партнерстве, в союзе. Вы выбрали правильный выбор. Вот напрямую связано с этим мужчиной. В конце недели, мои дорогие раки, у вас идут какие-то законные моменты. Вот казенные дома, закон, по закону, все, что связано с законом, подписание каких-то долгосрочных договоров, контрактов, ну и так далее, и тому подобное, то, что вдаль идет, да. Вот. Так что, мои дорогие раки, постарайтесь этого мужчину не пропустить. Это также сам может быть партнер по работе, очень крупный заказчик. Не пропускаем это все. События местами могут меняться, но они будут.
Итак, мои дорогие раки, что у вас по работе на этой недельке с 24 по 30 апреля? По работе. Ух ты, по работе у вас прекрасно, мои дорогие раки. У вас идет очень хороший финансовый подъем, финансы. Финансы в семью, за семью, семья довольна. Все, как я говорю, сыты, одеты, накормлены, обуты, ну все классно. Прекрасно. И еще по работе, мои дорогие раки, у кого-то есть семейный бизнес. Он вам принесет или с этой недели начнет приносить финансы. И финансы очень даже хорошие, прекрасные. Вот, по финансам, что у моих дорогих раков. По финансам у вас хорошо. По финансам у вас идет, как раньше у вас было. То есть вы зарабатывали, но неплохо, хорошо. И еще по финансам, с финансовой части как-то кто-то из прошлого к вам вернется. Может быть, тот, кто давно не должен вам, он выплатит или начнет выплачивать. Какие-то разговоры уже у вас будут идти за это все. По финансам меня здесь радует. Тепло, радостно, все прекрасно. Но опять-таки еще такой момент. Тот, кто должен денежку, вернет или начнет как-то уже возвращать, оговаривать о этом долге. По финансам хорошо. По здоровью, мои дорогие раков. Смотрите под ноги. Вот, чтобы не было травм. Вот вы как спешите куда-то, да? Чтобы не упали, не поранились сильно и не агрессируйте. Вот не агрессируйте, не конфликтуйте. Почему? Потому что раки, они эмоциональные, да? Они вот это выпалили все, да? Потом, ой, давление поднялось. Вот и поэтому обратите на это внимание. Так, личная жизнь, мои дорогие раков, стабильно. Как есть у вас, так и есть, без существенных изменений. Вот на одном уровне, как оно есть, так и есть. Так, социум для моих дорогих раков. Социум активный. В основном будете общаться в социуме с женщиной. Женщина может идти огненного знака зодиака. Это у нас овны, стрельцы, львы. Вот так. Также сами можете познакомиться с этой женщиной. Женщина неплохая, яркая, темпераментная, такая вот активная. Вот, совет моим дорогим ракам на эту неделю. Совет моим дорогим ракам. Так, мои дорогие раки, кто не был давно в храме, сходите. Дальше у тех, кого есть родственники постарше, там бабушки, тети, дяди, дедушки, папы, обратите на них, пожалуйста, внимание на этой неделе. Вот, сходите в гости, спросите, как у них дела. В общем, поинтересуйтесь жизнью своих пожилых родственников. И еще немаловажно, сходите в храм. Вот. Так же само по работе, мои дорогие раки, повышайте свою квалификацию. Значит, это вам нужно будет для чего-то. Вот. Чего не стоит делать моим дорогим ракам на этой неделе. Так, не стоит, какая-то дорога идет. Опять далеко. Вот второй знак зодиака, да, вот разлаживаю, и опять не стоит двигаться далеко, на далекое расстояние. Если возможно эту поездку отсрочить, пожалуйста, отсрочьте. Если нет, то, мои дорогие раки, сходите, пожалуйста, в храм и закажите себе молебен на благополучную дорогу, туда, куда вы едете, на тот день, когда у вас будет дорога. Ну, вот так вот. Вот так я могу посоветовать вам, что сделать, конечно, да. Но опять-таки повторяю, это далеко, это не автобусная остановка, это дальнее расстояние. Вот и все. Будьте внимательны, проверьте, пожалуйста, если кто едет на своем транспорте, ну, если это уже, ну, невозможно эту поездку отсрочить, да, то есть в храме вы заказали, это все сделали, обратите внимание на свое транспортное средство, это колеса и руль. Проверьте это, пожалуйста. Так. Чем порадует моих дорогих раков эта неделька? Порадует, обрадует. Раки, вам будет дан очень хороший шанс по работе. Вот. Я изначально увидела, что по работе у вас идут хорошие достатки. Деньги. Деньги хорошие, заработки очень хорошие. Вот и поэтому вас радует шанс к чему-то новому. То есть это новый заказ, новая возможность, какая-то новая работа, новая подработка. Все, что угодно. И это вас радует. Активность очень. То есть то, что вы проявили активность, вы не просидели мимо, вы этим воспользовались. Но раки, они такие, они если вцепятся, они уже это дело не отпустят. И правильно делают. Ну вот так, мои дорогие раки, у вас расклад, ну просто прекрасный. Вот за исключением этой дороги. Ну, я вам рассказала, что нужно делать, и опять-таки будьте внимательны на дорогах, да, чтобы не пораниться очень сильно. Вот. Итак, одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих раков.
что им принесет эта неделька с 24 апреля по 30. Итак, мои дорогие, у вас будет преображение. То есть вы как переродитесь, да, из старого в новое. У вас вы как расцветете, как цветок. Вот и поэтому по работе у вас очень прекрасно. Вам будет дан шанс очень хороший по работе. Вы воспользуетесь этим шансом, вы это не упустите. В начале недели вам идет статный мужчина. Статный. Вот не потеряйте его. Взаимодействие с этим мужчиной. Ну, прекрасно, мои дорогие раки, я вас поздравляю, у вас просто потрясающий, классный расклад. Итак, я сделала для вас расклад на недельку. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, с уважением ко всем вам, ваша Аста. Так, львы, я вас приветствую. И сейчас хочу сделать расклад на недельку с 24 по 30 апреля. Львы, я вижу, вы в состоянии находитесь унылости по финансам. Вы что-то грустите. У вас, как я говорю, затянутый пояс по денежкам. Вот. Сейчас посмотрим, что вам принесет эта неделя. Для львов расклад делаю немножко по-другому. Если вам понравится, всем будем делать. Если нет, вернемся к старому. Итак, мои дорогие львы, что вам принесет неделька с 24 по 30 апреля? Итак, мои дорогие львы, начало недели, середина, конец недели. Так, в начале недели вы довольны собой. Вы довольны собой, вы довольны то, что вы сделали, то, что вы имеете, то, что вы наработали. Ну, я большая молодец, я большой молодец. Вот, вот так вот у вас в начале недели идет. Середина недели завершается у вас какой-то тяжелый период. Трансформация, переход из плохого. Вот, плохое оставляете, все, оно уже отошло, и вы идете в новое. А в конце недели у вас идет какая-то поддержка, вас кто-то поддерживает, это очень хорошо. Поддержать вас может даже близкий человек вам. Вот, это прекрасно. Итак, мои дорогие львы, теперь смотрим, что у вас, ух ты, вылетело, я оставляю, что у вас по работе. По работе на эту недельку. Работа. Ну, по работе придется побороться вам. Тут какая-то борьба, конфликтная ситуация, ссора. Вот и у меня карта вылетела, связанная с накоплением финансов, стабильностью финансовой. Да, вот вам придется побороться, ссора, кто кого, кто за что. Да, выяснять будете отношения по работе, за работу, вокруг работы крутится. По финансам, мои дорогие львы. По финансам у вас неплохо. Стабильно, все хорошо. Как я говорю, пришло время собирать урожай. Еще по финансам у львов связано что-то с недвижимостью будет. Это кто сдает квартиры, там, кто сдает дома, покупки, продажи, обмены, ну все что угодно, тут все в плюс идет по финансам. То есть на этой неделе вас это будет радовать. По здоровью, моих дорогих львов. По здоровью то же самое. Придется вам со своим здоровьем побороться. Могут быть какие-то вирусные атаковать инфекции или еще что-то. Ну, то есть вы как вот эти вот нехорошие моменты по здоровью, они как на вас нападают, да, что-то ваш организм уже показывает, на что обратить внимание, вы принимаете меры. И у вас все получится. Вы не дадите этому заболеванию, как я говорю, распространиться далеко. Так, личная жизнь для моих дорогих львов на этой неделе. Хорошо, прекрасно. В основном вы заняты семьей. Семья в семью, за семью. Все хорошо. Семья довольна. Ну, все тут радует. Просто глаз радует. Личная жизнь прекрасна, да? И семья довольна, и дети довольны, и старшее поколение довольно. Ну, просто хорошо. Социум для моих дорогих любов. У вас будет какая-то возможность, это уже второй знак зодиака идет, познакомиться с каким-то влиятельным человеком. Постарайтесь его не пропустить, заметить. Вот, значит, этот человек для вас будет какой-то весомый. Так, совет для моих дорогих львов. Ну, вот оно и вышло изначально. Не унывайте по финансам. Не опускайте руки. По финансам вот у вас хорошо идет дом в дом за дом. Пришло время собирать урожай, связано с недвижимостью что-то, да? Прекрасно, вот. Не унывайте. Поддержка будет. Не нужно так опускать руки. Все. Чего не стоит делать моим дорогим львам. Мои дорогие львы, не рассказывайте все секреты о своей работе. У каждого льва своя работа, своя сфера деятельности. Да?
кто повара, парикмахеры, продавцы. То есть не рассказывайте свои нюансы, свои секреты, как я говорю, да? Вот значит, на этой неделе вам не нужно это делать. И чрезмерно перетруждать себя, где вы работаете, да? Вот так. Но, опять-таки, мой глаз падает сюда, не рассказывайте свои секретики. Как я говорю, секрет фирмы, да? Все, он не оговаривается. Так, и сейчас смотрим, чем моих львов дорогих порадует эта неделька. Ух ты, надо же такое выпало. То, что было от вас скрыто, вылезет. Какая-то тайна, обман. Оно покажет себя. Вот и поэтому по работе не рассказывайте свои секреты. Оставьте их при себе. И еще, мои дорогие львы, вам могут сниться какие-то вещи, сны, они вас порадуют. Обратите, пожалуйста, на это внимание или на знаки, которые вам будут давать высшие силы. Не пропускайте их мимо. И одна карта с колоды Ленорман для моих дорогих львов. Ух ты. В ранней дороге вас ждет удача. У каждого удача будет своя. Но то, что она вот к вам уже идет, она будет в ранней дороге, и она ваша. Постарайтесь ее заметить, воспользоваться ней. Он вышел очень хорошая, положительная карта, классная карта. Вот и поэтому не рассказывайте все секреты по работе своей, да, на что вы делаете, как вы делаете. Ну, вот с этим все связано. И вот здесь мне очень радует, что... То, что от вас скрыто, оно выявит. Или человек себя проявит какой-то, как я говорю, алчный, подлый, да, он выявит себя. И вы на это сделаете определенный акцент, и уже как-то вы на этого человека по-другому посмотрите, да. Ну, вот так, мои дорогие львы. Расклад у вас хороший, мне нравится. Вот. Только не унывайте по финансам. Все разрулится, у вас по финансам хорошо будет. Итак, мои дорогие львы, я сделала для вас расклад на недельку. 24 по 30 апреля. Подписывайтесь на канал, ставим лайк. Лайк не трудно поставить для развития моего канала. Я желаю всем мира, добра, удачи, с уважением ко всем вам, ваша Азатар. Итак, мои дорогие девы, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать расклад для вас на недельку 24 по 30 апреля. Сейчас посмотрим, что вам эта неделька принесет. Расклад сделаю немножечко по-другому. Если вам понравится, с ним буду делать. Если нет, вернемся к старому. Итак, мои дорогие девы, смотрим, что вам эта неделька принесет с 24 апреля по 30 апреля. Итак, мои дорогие девы, начало недели, середина недели, конец недели. Так, в начале недели, мои дорогие девы, вы прикладываете усилия. Усилия напрямую связаны с работой. Так же самое вы хотите покорить какого-то мужчину, ну, визуально, конечно, да, по работе. Тут напрямую работа. Вы вот идете, стучите в эти двери, вы хотите взаимодействовать с этим человеком, подписать с ним контракт, сотрудничать, работать. Значит, этот человек для вас весомый. Вот, и в середине недели вышел мужчина. Опять-таки, мужчина за мужчину, все туда крутится. Но это как... Мужчина при статусе, он занимает высокую должность. Вот и поэтому в начале недели вы прикладываете усилия, максимум усилий, показываете свою силу. Да? В конце недели вам идет хорошая дорога. Так же самое девушки, женщины, ваш парень, мужчина, вам идет с романтическим каким-то предложением. Куда-то сходить, поехать, отдохнуть. Здесь хорошо. Вот. Еще один такой момент. События местами могут меняться, вот начало, середина, конец недели, может идти наоборот, но это все будет. То есть на этой неделе это все будет, мои дорогие девы. Итак, смотрим, работа, что моим девам принесет работа. Так, в работе вы чего-то боитесь. Вы боитесь, вас оковывает какой-то страх, паника, незнание, что делать. Развяжите себе руки, вы как загнанный зверь. Вот и поэтому вы прикладываете усилия, связано с этим мужчиной что-то. Прикладывайте усилия, работайте над этим, не бойтесь, развяжите себе руки, пускай не сковывает вас, мои дорогие девы, вот этот страх, паника, не знание, что делать, у вас все получится. Финансы для моих дорогих дев, финансы активные, финансы в обороте, финансы так же само могут идти вам от женщины за женщину. Вот так вот, по здоровью для моих дорогих дев. Так, на здоровье обращаем внимание, парные органы, вот. Парные органы и держим баланс во всем. Что касается парных органов, да, глаза, легкие, почки,
надпочечники, женские моменты все, да? Так что все это держим на контроле. Личная жизнь для моих дорогих дев. Сейчас посмотрим. Ну, вы как-то по-новому посмотрите. По-новому что-то оставите, в новое войдете. По-новому как-то ваши отношения по-новому заиграют, новыми красками. Те, кто без пары, девушки, женщины, можете познакомиться с человеком, но он не местный, он издалека. Вот, вот так вот. Совет моим дорогим девам на эту неделю. Так, совет. Пользуйтесь только разумом. Разум и интеллект. Уберите эмоции все в сторону. Только, как я говорю, трезвость ума. Чего не стоит делать моим дорогим девам. Все, что касается финансов, как я подумаю, я подожду. У дев такое есть, да? Вот, я вот позже дам ответ. Нет, вам нужно ответ давать сейчас, то есть, по крайней мере, на этой неделе. Не через неделю, а на этой неделе. То есть, не тормозите. Не тормозите. Вот. А что связано с финансами? Вот как-то так подожду, не буду. Только разум, эмоции в сторону, логика и еще раз логика. Чего не стоит вам делать? Тормозить, как я говорю, с финансами. Нужно вам будет сделать дать какой-то ответ быстро, да, вот, но это вам в плюс пойдет. Так что по финансам даже смотрю, у вас хорошо, активно, да, финансы связаны с взаимодействием с женщиной. Не тормозите, типа, я подумаю, я потом скажу, нет, на этой неделе вы должны вот говорить этот ответ. Так. Смотрим социум, что принесет моим дорогим девам. Социуме вы будете на выборе, вы будете выбирать, с кем вам общаться, с кем нет. То есть, как я говорю, с кем попало, вы общаться не будете. Вы выбираете, вот я буду общаться с этим, а с этим не буду. Вот так вот. И чем порадует моих дорогих дев эта неделя с 24 по 30 апреля? Чем порадует, обрадует мои дорогие девы? Ух ты, вот это да, мои дорогие девы, у вас, вам кто-то поможет финансово. Вы выйдете из какой-то финансовой затруднительной ситуации. Вот и по финансам вам вышло. Женщина за женщину, вокруг женщины. Обрадует вас денежка. Вам вернут долг или еще что-то. Но с финансами это связано. Вот так вот, мои дорогие девы. Расклад у вас хороший. Обратите внимание только на свое здоровье. На парные уровни, я еще раз повторяю. Итак, одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих дев. Ух ты, финансы, вам идут финансы, мои дорогие девы, не пропустите их, пожалуйста, вот, и поддержка финансовая у вас будет, это вас порадует, прям вообще классно. Так, и одна карта с колодой Ленорман для моих дорогих дев, смотрим на эту неделю, что вам приготовили высшие силы. Удача у вас будет в ранней дороге, постарайтесь ее заметить, не пропустить, это уже вот-вот скоро, здесь по деньгам очень хорошо. Не бойтесь по работе, развяжите все свои ограничения, страхи. Не бойтесь, идите туда, вот куда вас вводят высшие силы. Ну и так, мои дорогие девы, все классно, все хорошо. Итак, я сделала для вас расклад на недельку с 24 по 30 апреля. Ставим лайки, подписываемся на канал. Лайки для меня очень важны для развития моего канала. Я желаю всем мира, добра, удачи. С уважением ко всем вам, ваша Азатару. До свидания. Так, весы, мои дорогие весы, я вас приветствую. Сейчас я хочу сделать расклад на недельку 24 по 30 апреля. Сейчас посмотрим, что вам эта неделька принесет. Расклад сделаю немножечко по-новому. Если понравится, будем делать. Не понравится, вернемся к старому. Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Мне это очень важно. Итак, мои дорогие весы, смотрим, что вам принесет эта неделя с 24 апреля по 30 апреля. Так, весы. Начало недели, середина недели, конец недели. Неплохо. В начале недели вы находитесь на очень серьезном выборе. Выбор для вас будет очень серьезный, вы его сделаете, думать будете. Тщательно продумывать, взвешивать, как быть, как поступить. Но выбор серьезный, не легкомысленный, а серьезный.
середина недели, что-то будет связано с детьми, у кого-то, у кого есть дети, начало новое и шагнуть в новое. Вот и поэтому в начале недели вы делаете серьезный выбор, быть или не быть. Так же самое это связано, может быть, с далеким расстоянием, далеко. Идти, не идти, ехать, не ехать, работать, не работать. В конце недели у вас будет шанс очень хороший, как я всегда говорю, рука от Господа Бога протягивается, связано с ценной монетой. Ценная монета, ресурсы, очень ценные, хорошие. Здесь и от денег классных идет больших, да, и бумаги ценные. Очень ценные бумаги. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь этим. События местами могут меняться, но они будут. Итак, мои дорогие весы. Так же само. И еще, кто хочет приобретать что-то очень ценное, вот в конце недели это будет как-то у вас уже проявляться. Но это вам от Бога будет дано. Итак, работа для моих дорогих весов. Работа. Ну, мои дорогие весы, работа. Смотрите, вас окружают, по крайней мере, на этой неделе хитрые, подлые, алчные люди. По работе у вас идет крадник, человек. Остерегайтесь обмана, связанный с работой, по работе, за работу связано, с заработками, достатками. Здесь будьте внимательны. Почему? Потому что вас хотят обмануть. Здесь будет конкретная ловушка. Обращайте внимание, прислушивайтесь. Постарайтесь это заметить. Предупрежден, значит вооружен. Человек вор. Берет то, что ему не принадлежит. Возьмет и глазом не моргнет. Вас подставит. Вот. Так, денежки для моих дорогих весов. Хорошо. Вы довольны собой, вы довольны своими финансами, довольны то, что вы наработали, то, что вы сделали. По деньгам хорошо. И еще не все, но многие весы кто-то что-то будет приобретать для себя. Вот, смотрите, в конце недели ценное, да, также ценное что-то, приобретение. По деньгам хорошо. Здоровье для моих дорогих весов. Здоровье сыпется. Здоровье сыпется, на здоровье обратите внимание. В основном давление, головная боль, головокружение. Ну вот так, то есть вы это не ожидаете, это как гром среди ясного неба. Вот будьте внимательны, если что там, следите за давлением. Вот. Или даже самое элементарное, что были в сумке, там, портмоне, в машине, таблетки, давление, головная боль. Потому что вот как-то резко очень ударит. Вот. Итак, личная жизнь для моих дорогих весов. Хорошо. Парни и девушки связаны с своей женщиной, вот взаимодействуют. У девушек, женщин, тех, кто в паре, вот эмоционально располагающих к себе, все хорошо, как бы спокойно. Так, социум для моих дорогих весов. Стабильно, с кем вы общаетесь, с тем вы общаетесь. И еще, в основном общение будет у вас социуме с мужчиной. Мужчина может быть огненного знака зодиака, но я к знаку зодиака не привязываюсь. Он такой яркий, стабильный, практичный, надежный. В чем-то тиран, как сказал, так и есть. Вот. Вот так, то есть его переубедить, этого человека, невозможно в социуме. Значит, мои дорогие весы, вы общаетесь с этим человеком. Вот, совет моим дорогим весам. Снимите розовые очки, посмотрите здраво. Сделайте правильный выбор. Почему? Потому что много возле вас иллюзий, иллюзорного миража. Вот и поэтому по работе сразу вышло вам много хитрых, подлых, алчных людей. Вот и поэтому совет. Сними розовые очки, посмотри здраво. Сделай чистку рядов, как я говорю, да? Из многого выбери одно. Ну, по работе, мои дорогие весы, будьте внимательны. Будьте внимательны, потому что это очень сильные вещи. Так, чего не стоит делать моим дорогим весам? Брать все ситуации в свои руки. Я сделаю и то, и это, и вот это, и вот это, пятое, двадцатое, десятое. Нет. У вас ресурса не хватит, у вас силы не хватит. Вот и поэтому не берите все в свои руки. Я решу, я взвешу, я съезжу, я там это все дело продвину. Нет, нифига вы не продвинете, у вас не хватит ресурса. Все, вот. Итак, мои дорогие весы, чем вас порадует эта неделечка? Финансами. Финансы, вложения какие-то за финансы. Может быть, они были ранее. Оно уже будет давать вам о плодах своих. Да, вот и поэтому в конце недели что-то ценное, ценное, классное, весомое. Да, и вас это радует. Что? Ценная монета. Вложение, которое было еще ранее сделано. Да, вот на данный момент я не советую делать
вложения, депозиты, крупных вкладов. Почему? Потому что у нас идет ретро-меркурий с 21 апреля по 15 мая. Да, с 18 уже можете вкладывать. Если вы в этот период вложите денежку, у вас не будет так, как задумано, так, как хотелось, продвижение, что-то будет, да не так. Ну, вот так вот, мои дорогие весы. И одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих весов, что вам принесет эта неделька. С 24 апреля по 30 апреля. Выбор. Вы будете на выборе. Вот и в начале недели у вас выпала такая карта. Да, вы на выборе. Вы делаете выбор. Выбор серьезный. Вы его сделаете. И вторая колода, да, подтверждает совершенно другие карты. Что вам несет эта неделя? Выбор. Вы будете выбирать, по какому вам пути пойти. Вправо, влево. Ну или как? Вот поэтому сними розовые очки, посмотри здраво. Сделай правильный выбор. Почему? Потому что много иллюзорного будет обмана, тумана. Ну вот так, мои дорогие весы. Я сделала для вас расклад 24 апреля по 30 апреля. Ставим лайки, пишем комментарии. Итак, мои дорогие весы, я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. С уважением ко всем к вам, ваша Аза Таро. Итак, мои дорогие скорпиончики, смотрим вас. Что происходит с скорпионом? Неделя с 24 по 30 апреля. Начало недели, середина недели, конец недели. В начале недели, мои дорогие скорпионы, вы от чего-то защищаетесь, вы выстояли, вы преодолели. Стояли себя, вот какие-то перепалки были, да, как много людей на вас нападало, но вы победили, вы отстояли свои границы, вы не дали этим людям, как себя, как я говорю, заломить, да, в этой борьбе. Вы большие молодцы, да, битва была тяжелая, но вы выстояли. В середине недели вам идет мужчина. Мужчина статный, практичный, надежный, умеет деньги заработать, приумножить. Этот человек может быть хорошим бизнесменом. Так, в конце недели на вас падает, мои дорогие скорпионы, тяжелая ноша. Вы как много работы взяли за себя, за кого-то, и вы это тащите. Ну, вы это дотащите. Вы сами лично это все на себя набрали. Вот. Итак, дорогие мои скорпионы, смотрим, что вам принесет эта неделька по работе. Работа. Строите планы, планируете на далекий горизонт. Вот и поэтому много работы вы набрали. Так же самое по работе. Работа взаимосвязана с далеким расстоянием. Может быть, кто-то хочет поехать на далекое расстояние зарабатывать. С работой связано. Вот вы это строите, планируете. Ну, как прописываете все, как все будет поочередно, как, что и куда. Это хорошо. По финансам. Финансы у вас, мои дорогие скорпионы, идут от женщины за женщину, как-то с этой женщиной крутится. То есть деньги у вас от женщины, женщины, девушки, ну, от человека, да? То есть не то, что вам дано будет как-то воспользоваться чем-то, нет финансов вокруг этого человека у вас, от этой женщины. Может, она вернет вам долг, тот, который давно не возвращали. По здоровью для скорпионов. А, мои дорогие скорпионы, на вас вешают кратника, то есть скидывают свою боль и кидают вам. Мои дорогие скорпионы, не поднимайте ничего на улицах. То, что будет лежать. Сейчас все откупное. Мы сейчас живем в мир магии, да? Кто-то кого-то направляет, да, вот возьми, сделай так-то, так-то и скинь на дорогу. Деньги, какие-то украшения. А вот человек говорит, ух ты, вот это ж красивая вещь, я возьму себе. Никогда в жизни это не берите. Почему? Потому что на вас идет кратник. Прорабатывайте это дело и берите на заметку. Ищите хороших специалистов, которые вам это отработают. Так, личная жизнь для моих дорогих скорпионов. Так. Ну, борьба у вас будет, то есть ссора. У вас будет ссора. Из-за чего сказать не могу, так как расклад общий, ссора будет большая. Ссора будет как общество людей, да. Вот они вас в чем-то обвиняют, они на вас нападают. Но что я вам хочу сказать, мои дорогие скорпионы, вы выстоите в этой ссоре. Вы останетесь победителем, вы отстоите себя. Вот и поэтому в начале недели вы отстояли себя, вы победили. Вы не дали. Как говорится, как я говорю, языком карт, вы уже знаете, да?
свои границы преодолеть. Вот, битва была тяжелая, но вы выстояли. Вот так, мои дорогие скорпионы. Но вот именно в этой личной жизни, вот ссоры, почему вот здесь еще куча людей вот вас обвиняет, обвиняет. Вот что-то так. Социум для моих дорогих скорпиончиков, что, ну опять, ну ты посмотри. Ну вас как опять ссора, обвиняют. Но я вам хочу сказать, мои дорогие скорпионы, вы победите. Да, битва будет тяжелая, но вы вот этих всех людей, которые на вас нападают, обвиняют в том, чем вы не делали, вы возьмете свое. Битва будет тяжелая, да, вы победите, да, но вас это не порадует. Почему? Потому что ну, вас они обвинили незаслуженно, да, то есть вы этого не делали, да, вот и в социуме, вот как-то это все крутится с личной жизнью, огромное количество людей, вот это все варится. Ну, вот так вот у вас. Совет моим дорогим скорпионам, не переживайте. Вот, это, конечно, у скорпионов такая неделя тяжелая. Не переживайте, обратите внимание на сердце, пожалуйста. Почему? Потому что вот, это, вот эти моменты, личная жизнь и социум, как-то оно у вас на этой неделе переплетено и даст сбой по сердцу. Вот, обратите внимание на сердце и не переживайте. Не надо так переживать. Чего не стоит делать моим дорогим скорпионам на этой неделе? Кого-то поддерживать. Не поддерживайте кого-то, не идите в защиту кого-то. Вот и поэтому здесь куча людей у вас. Личная жизнь, социум, кучка, много. Вот. Не поддерживайте, не защищайте и не оказывайте никому на этой неделе финансовую помощь. Никому. Все. Вот так. Чем порадует моих дорогих скорпионов эта неделя? Справедливость восторжествует, как я говорю, да? Получите по справедливости то, что вы заработали, то и получите в плюс, как высшие силы на вашей стороне. Кто бы вас не обвинял в чем-то, что вы что-то сделали, вы что-то забрали, вы что-то как-то не так поступили, вы останетесь правы. Битва будет тяжелая, но победа будет за вами. Вот так. Высшие силы вас одарят. Но, мои дорогие скорпионы, не поддерживайте никого финансами. По крайней мере, на этой неделе. И не вступайте за кого-то. Будете крайним. И все. Итак, одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих скорпиончиков. На эту неделю. Перед вами откроется новая возможность. Очень хорошая возможность. Напрямую связана с работой. Вот, по работе вы строите планы, планируете, смотрите даль, на далекий горизонт. Работа связана с далеким расстоянием. Постарайтесь это не пропустить, а заметить. Итак, мои дорогие скорпионы, я сделала для вас расклад на неделю. Вот, я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Ставим лайки, пишем комментарии. Вот, с уважением ко всем к вам, ваша Алла Таро. Стрелец. Итак, мои дорогие стрельцы, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать расклад для вас всех на неделю с 24 апреля по 30 апреля. Расклад делаю немножко по-другому. Если понравится, будем делать. Нет, вернемся к старому. Пишите в комментариях, кому как нравится. Итак, мои дорогие стрельцы, смотрим вас. Что принесет вам эта неделька, да, с 24 по 30 апреля, начало недели, середина недели, конец недели. Так, в начале недели, мои дорогие стрельцы, вам идет женщина. Женщину за женщину, как-то все с этой женщиной крутится. В середине недели вас ждет поездка, поездка спонтанная, так же само к вам может кто-то приехать. Или вы поехать, но это неожиданно, это спонтанно, силы поехали. В конце недели какие-то тайны могут вылазить. То, что от вас было скрыто, будет показано. Также самое, обращаем внимание, на этой неделе, с понедельника по воскресенье, вещественные знаки, которые вам будут давать высшие силы, да? Господь Бог, на это все обращаем внимание. Все. Итак, дорогие мои стрельцы, смотрим работа. Что у вас будет по работе на этой неделе? По работе будете прояснять ситуацию, вносить ясность, так или иначе, как быть, что делать, чтобы все было ясно, понятно. Принимать очень серьезный выбор.
Ну, вот так прояснять ситуацию, чтобы не было недоразумений, как я говорю, недосказанностей между людьми. Так, по финансам для моих дорогих стрельцов. По финансам у вас, мои дорогие стрельцы, тяжелая ноша. То есть вы, видать, не только на себя зарабатываете, да, вы еще кому-то помогаете. Ну, это вы сами для себя решили о помощи этой, которую вы оказываете людям. Ну, вы ее дотащите. По финансам сложно. Почему? Потому что много вам нужно как дыр закрыть. Вот именно на этой неделе. По здоровью для моих дорогих стрельцов. Здоровье хорошее. Здоровье хорошее, все в порядке, все как бы хорошо. Личная жизнь для моих дорогих стрельцов. Личная жизнь, такие ситуации идут учитель-ученик, да? Кто-то кого-то наставляет. Мужчина-женщина, женщина-мужчина, консультирует. Вот постоянно вот учит. Учит, вот ты должен сделать так, ты должна сделать так. Постоянное нравоучение идет у вас на этой неделе в личной жизни. Так, социум для моих дорогих стрельцов. Социум и хорошо. Во-первых, вас ждет какая-то поездка, куда-то пойти, выехать, поехать. Социум и удача закрутится в вашу сторону. Постарайтесь ее заметить. То есть каких-то весомых, хороших людей вы встретите на своем пути. Вот и поэтому езжайте, знакомьтесь, куда вас будут приглашать. Вот так, есть такое дело, да? Так, совет моим дорогим стрельцам. Мои дорогие стрельцы, вам вышел такой совет. Окажите кому-то какую-то помощь, любую. Финансовую, продуктовую, там еще с чем-то связано. Словом, делом, наставлением, чем угодно. Совет. Вот видите, если одним знаком зодиака это делать не надо, да, вот предыдущая разлаживала, что не стоит оказывать финансовую помощь, а вам нужно оказать. Значит, высшие силы видят, что вы этим располагаете, вы можете, да? То есть не миллиарды, конечно, а по возможности своей, но вы окажете. Чего не стоит делать моим дорогим стрельцам? Поддаваться на этой неделе, да? Поддаваться искушению соблазну дьявола. Не поддавайтесь на всякие уловки различные, да? Дальше алкоголь, наркотики, табакокурение, все вот эти дела. Я всегда говорю, он дает, он и возьмет. А берет какой, как сильно. Вот, вот так, мои дорогие стрельцы. И чем вас порадует эта неделька? Мужчина. Мужчина. Вот мужчина встретится на вашем пути. Он вас порадует. Чем именно сказать не могу. Но у каждого это проиграется по-своему. Итак, мои дорогие стрельцы. У вас расклад неплохой. Обращаем на вещи и знаки. Да, сны. И тайны, которые будут вылазить. То, что от вас скрыто было. Итак, одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих стрельцов. Что принесет моим дорогим стрельцам? Это неделька. Ух ты, вот это да. Какой-то сюрприз. Радость какая-то вас ждет. Подарок. Он неожиданный, вы его не ожидаете. Вот чем вас радует мужчина. Мужчина, парень, девушка и женщина, вы можете от своего мужчины или от близкого вам человека получить подарок. Но вы его не ожидаете. Самое банальное от, я не знаю, пирожного, букета цветов и до такого дорогостоящего подарка. Да? Ну, то есть вы это не ожидаете. Это будет приятно, в радость, неожиданно. Ну, это очень хорошо. Итак, дорогие мои стрельцы, я сделала для вас расклад на неделю с 24 по 30 апреля. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, как вы оцениваете мою работу. Вот. Всем мира, добра, удачи, с уважением ко всем к вам, ваша Аза Таро. Козерог. Итак, дорогие мои козероги, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на недельку с 24 по 30 апреля. Расклад делаю немножечко по-другому, с изюминкой. Если вам понравится, будем делать. Если нет, вернемся к старому. Пишите в комментариях, мне это очень важно. Итак, Козерог. Что принесет Козерогам эта неделя? Начало недели. Середина недели. Конец недели. Итак, дорогие мои Козероги, в начале недели у вас будет очень хороший шанс по работе, за работу. С работой связано к чему-то новому, как рука Господа Бога протягивает руку свою и говорит вам: дорогие мои Козероги, воспользуйтесь этим шансом, это ваше по праву, вам по праву принадлежит. Старайтесь это дело не пропустить.
Середина недели. Мои дорогие козероги, вы отстояли себя, вы победили. Вы не дали, как я говорю, зайти на свои определенные границы. Да? Битва была тяжелая, да, но вы выиграли. В конце недели то, что рушится, пускай уходит. Как я говорю, ваше от вас не уйдет. Вот, оно рушится давно. У каждого козерога это свое. У кого-то это может быть от самого банального, какая-то поломка в доме, да, там вышел электрочайник из строя или еще что-то, да, это самое простое, самое такое вот обыденное, да, то есть не держитесь за старое, идите в новое, оно ожило себя и давно уже. Вот. Теперь по работе для моих дорогих козерогов, что по работе? По работе у вас хорошо. У вас идет продвижение, медленно, но уверенно вы идете к своей цели. Все у вас хорошо по работе. И с финансами связано тоже определенными долями постоянно. То есть без денег вы не будете. С работой связано, у вас все вот как налажено идет. Да? Все хорошо, четко. Так, по финансам, что у моих дорогих козерогов? Финансы в тайне. То есть какие-то прибыли. То, что не оговаривается. То, что скрыто. Так же самое по финансам. Обратите внимание на вещи и знаки, которые вам будут давать высшие силы, сны. Ничего не поднимайте на улице. По финансам здесь еще проходят магические воздействия, как кратники, да? Вот так. Тут много вариантов я рассказала. Вот, но у каждого свое проиграется. По здоровью, моих дорогих козерогов. По здоровью тоже хорошо. По здоровью хорошо. Вы как преодолели что-то, все у вас четко. Так, личная жизнь моих козерогов активная. Девушки, вернее, мужчины, парни, которые не могли встретить девушку, женщину для отношений, вы ее на этой неделе встретите. Или с этой недели как-то у вас уже что-то вот закрутится. Социум для моих дорогих козерогов. Социум, и вы прикладываете усилия, силу какую-то свою, мастерство с кем-то общаться. Вот вы хотите общаться с каким-то человеком, который тяжело идет на контакт. Но вы будете с ним общаться. Вот чем-то вы ему приглянетесь. Совет моим дорогим козерогам на эту неделю. Побольше радости. Побольше радости еще. Уделите внимание своим домашним, семье своей, ближайшему своему окружению, но очень близкому. Вот уделите этому внимание, пожалуйста. Значит, это нужно вам. Чего не стоит делать козерогам? Делать какой-то выбор. Вот, быть, не быть, покупать, не покупать, быть на каком-то выборе. У каждого, вот и поэтому в конце недели то, что отжило себя, пускай уходит. И вот вам чего не стоит делать, делать выбор. Цепляться за это, да, пускай оно уходит все. Вот, не делайте этот выбор, он вам не нужен. Высшие силы вас выведут на определенный уровень. Вы видите. Чем порадует эта неделя моих дорогих козерогов? Продвижение вперед. Какая-то скорость будет очень быстрая. Вы не ожидаете. Такой рывок будет. У каждого будет свой. Вы как рванете куда-то быстро. Что какая-то ситуация, какая-то возможность стояла на одной и той же точке. И тут она на этой неделе она выстрелила. И выстрелила так быстро. Вы даже не ожидали от себя, вот, что так быстро это все дело пойдет. И вот поэтому шанс вам по работе будет дан очень хорошо. Очень хороший, вернее, связанный с чем-то новым. Вот. Но вот это единственное, что мне не нравится, финансы. Но финансы то, что как вы не оговариваете, правильно делаете, да, финансы в тайне из тайных источников. Но еще раз, обратите внимание на магические воздействия, что касается финансов, ваш адрес, да, и не поднимайте ничего. Вот. Не поднимайте, не меняйте. Вот кто-то подходит вам и говорит, ой, вы можете поменять мне столько-то? Не надо. Вам на этой неделе менять. Итак, одна карта из колоды Ленар Ахман. Ух ты. Вы очень сильно переживаете, мои дорогие козероги. Так, одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих козерогов на эту недельку, что вам принесет. Ну, у вас будет что-то связано с отношениями. Отношения, интерес получите. Очень хороший. Отношения, любовь, знакомство. Вот еще раз повторю, парни, мужчины, которые
не могли встретить девушку, женщину, вы ее встретите. Или на этой неделе как-то уже какие-то разговоры будут о знакомстве. Может, кто-то захочет вас познакомить. Вот, для девушек вы от своего мужчины получите ну, вот какое-то приятное что-то, да, радость, эмоции вас так будут вот радовать. Ну, вот увидите, что это будет. Но это отношения, это любовь. Вот так, мои дорогие козероги. Я сделала для вас расклад на недельку с 24 по 30 апреля. Я желаю всем мира, добра, удачи. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии о моей работе. С уважением ко всем к вам, ваша Азатару. Так, водолеи. Мои дорогие водолеи, я вас приветствую. Все. Вылетела карта, по моей традиции, вы уже знаете, я уже оставляю все. Сейчас будем дальше дотягивать все. Мои дорогие водолеи, я хочу сделать для вас расклад на недельку с 24 по 30 апреля. Делаю немножечко по-другому. Посмотри, как высшие силы хотят вам все-все рассказать. Не унывайте, мои дорогие водолеи, водолеи, ресурс будет. Причем вот вы даже прям так переживаете очень сильно. Особенно под вечер. Да? Такие страхи вас накатывают. Итак, мои дорогие водолеи, я не договорила, делаю расклад немножечко по-новому, если понравится, смотри, все вылазит. Будем делать, нет, значит, вернемся к старому. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Итак, мои дорогие водолеи, смотрим вас, что вам принесет эта неделя с 24 по 30 апреля. Начало недели. Середина недели. Конец недели. Так, в начале недели вы очень сильно переживаете. Вот оно вылетело. Переживаете вы за финансы и за женщину. С женщиной связано это все. В конце, середина недели вы оказываете кому-то помощь. Это связано еще с женщиной идет. Вот. Оказываете помощь на женщину за женщину. Так, в конце недели у вас идет взаимодействие с мужчиной. Мужчина, статный, властный, хозяин, в чем-то такой вот по работе, как тиран. Как сказал, так и есть. То есть его тяжело говорить. Так, по работе для моих дорогих водолеев. По работе у вас идет какая-то поездка. Командировка, сел, поехал. Что-то связано по-новому. Вот, новый, по-новому, новый горизонт, по-новому. Сел, поехал на какое-то далекое расстояние выполнять заказ. Переход на новую работу. Ну, вот так. По финансам, мои дорогие водолеи. Финансы у вас стабильно. Финансы еще у вас идут от мужчины. От мужчины за мужчину. Вот и в конце недели вы взаимодействуете с этим человеком. Человек статный, да? Он начальник, он занимает высокую должность. Он как выше вас по карьерной лестнице. Так, здоровье для моих дорогих водолеев. Так, мои дорогие водолеи, у предыдущего знака тоже было. У вас идет крадник. Опять-таки по здоровью, смотрите, кто-то как плохое отдает вам, а ваше хорошее забирает. Это называется в мире магии крадник, да, или вот передают. Будьте внимательны, что, кто вам там, высшие силы вам будут давать знаки на это все. И еще, не поднимайте ничего на дороге. На дороге, с дороги, там, все различные моменты, потому что вот это крадник капитальный. Может, у кого-то из водолеев, это уже идет давно, он, этот человек, ну, вы не понимаете, что там происходит, ищите хороших специалистов, чтобы вам это отработали. Не хотите искать, идите в храм, там вам все расскажут, как что делать. Вот. Личная жизнь для моих дорогих водолеев, сейчас посмотрим, вылетела одна. Так, конфликты есть. Так, личная жизнь для моих дорогих водолеев. Ну, смотрите, у вас будет конфликт. Каждый будет отстаивать свою точку зрения, связанную напрямую с по-новому как-то на вашу жизнь, вот личную посмотреть, новыми красками, как-то в новое войти. И вы будете ссориться. Вот, на фоне вот этого всего у вас идет ссора. Каждый отстаивает свое, свою точку зрения. Никто не хочет никому уступать. Вот так. Так, социум моих дорогих водолеев. Водолеи, что-то у вас эта неделя прям вообще. О, не разочаровывайтесь, ресурс будет.
Вот. Вам не нужно грустить о прошлом, вспоминать, как в социуме вы раньше с кем-то общались, куда-то ходили, где-то ездили, да? Ресурс есть, небольшой, но он есть. О прошлом не грустите, оно ушло, все, пускай уходит. Совет моим дорогим водолеям на эту неделю. Будьте победителем во всем, отстаивайте свою точку зрения. И еще идет вам какая-то дорога. Дорога хорошая. Вот и поэтому по работе у вас будут перемены и очень хорошие, связаны, сел, поехал, сел, переехал. Должность, смена должности, смена работы, как-то это все уже будет крутиться. Но это хорошо, пожалуйста, внедряйте это все дело. Но если вы будете куда-то ехать, вот дорога какая-то хорошая идет, вас там ждут. Вот хорошие люди вас там ждут, вам там рады, вы им рады. Чего не стоит делать водолея? Не стоит ставить определенный барьер. Я не буду, я не хочу, я не пойду. Вот, видите? Вот так. И чем порадует моих дорогих водолеев эта неделька? Так, прояснится какая-то ситуация. Прояснится какая-то ситуация. То, что было скрыто от вас, оно вылезет. Как-то покажет, даст о себе знать. И вы это увидите. И вам это будет только в радость. Выход из какого-то тупика, это может быть, да, вот какой-то тупик, незнание, что делать, как быть, и это все как разруливается, да, но это хорошо. Так, и одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих водолеев. Что водолеям принесет эта неделя? За 4 апреля по 30. Мои дорогие водолеи, вас ждет рост. Рост очень хороший, рост связанный в карьере. Так, постарайтесь это дело не пропустить. Рост, стабильность, фундамент еще может у вас проходить с семьей. Семья, в семье все хорошо наладится, все будет как продвижение какое-то, то, что было мертвой точкой, как начнет это все дело продвигаться. Но, мои дорогие водолеи, то, что вас ждет рост, капитальный рост, мощь, это есть. Это есть. Но не надо так переживать. Вот вы прям в начале недели, прям сердце ваше прям рвется на части. Вот. Вот так вот. Итак, мои дорогие водолеи, я сделала для вас расклад на недельку. Я желаю всем мира, добра, удачи. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии о моей работе. Вот. С уважением ко всем, ваша Астаро. Рыбы, я вас приветствую. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на недельку с 24 апреля по 30 апреля. Делаю расклад немножечко по-другому. Если вам понравится, будем делать. Если нет, вернемся к старому. Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Итак, мои дорогие рыбы, будете что-то обдумывать, мудрить, не спеша все взвешивать, и это хорошо. Итак, мои дорогие рыбы, посмотрим вас. Что принесет моим рыбам эта неделька с 24 по 30 апреля. Начало недели, середина недели, конец недели. Так, в начале недели, мои дорогие рыбки, смотрите, то, что было мертвым, воскреснет. Какие-то моменты, которые были в мертвой точке, они стояли на паузе, они не продвигались, они начнут с этой недели, на этой неделе проявлять себя. То есть уже какие-то ростки будут, да? А ракурс у каждого будет свой. Почему? Потому что расклад общий. Так, в середине недели вы довольны собой. Вы довольны то, что вы сделали, то, что вы наработали. Также самое это по финансам очень хорошая карта, да, с финансами связана. Немногие, но определенная часть людей, вот по знакам зодиака рыбы, будет покупать себе что-то, какую-то вещь приобретать. И вот поэтому вы будете довольны, как я говорю, ценности своей покупки. В конце недели идет женщина. Сейчас я просто дотяну. Почему? Потому что это и вы. Так. Многие из рыб в конце недели будут идти в храм. В храм что-то заказывать, спрашивать у священника, то есть у батюшки, да, у вас будут спрашивать какой-то консультации, о помощи какой-то, да, прояснить, разъяснить, рассказать, показать, внедрить. Вот. По работе у моих рыб, что на этой неделе. По работе у вас стабильно, как есть, так и есть, без существенных изменений. И еще по работе, вот у вас уже будут какие-то росточки давать о накоплении финансов.
Это хорошо. Финансы для моих дорогих. Но по финансам у вас ограничено. Вот на этой недельке пока.